Президент Польши Бронислав Комаровский назначил дату парламентских выборов. Они пройдут 25 октября. Согласно польской конституции, президент назначает парламентские выборы не позднее, чем за 90 дней до завершения 4-летней каденции Сейма и Сената страны. В последнее воскресенье октября полякам предстоит избрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Напомним, 6 августа состоится инаугурация победившего на выборах президента Анджея Дуды, после чего он официально сменит Комаровского на посту президента Польши. Совет Безопасности ООН перенес дату голосования о создании трибунала по крушению самолета компании «Малазийские авиалинии» на Донбассе. Теперь голосование состоится не 21, а 27 июля, но и это ориентировочная дата. Напомним, ранее украинский парламент принял постановление об обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций и национальным парламентам стран мира за создание международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за катастрофу. Суд Гонконга выдвинул обвинение 4 активистам продемократического движения. Им вменяют сопротивление полиции во время многотысячных протестов в прошлом году. Активисты, среди которых негласный лидер протестов Джошуа Вонг, полностью отрицают свою вину. Они говорят, действия прокуратуры политически мотивированы. То, что полиция и Министерство юстиции не предъявляли обвинения так долго, вызывает у нас подозрения. Мы считаем, что это политическое преследование. Сторона обвинения заявила, минувший год потратила на сбор доказательств. Я думаю, то, что здесь произошло, это политическое преследование, основанное на нарушении свободы выражения. Прошлогодние продемократические протесты начались в Гонконге после того, как власть в Пекине отказалась вводить в регионе свободные выборы. Компартия КНР объявила, предоставит Гонконгу право на всеобщие выборы только при условии отбора кандидатов на пост главы администрации. Следующее предварительное слушание, на котором предстанут продемократические активисты, состоится 28 августа. В Камбодже возрождают бывший королевский курорт. Это живописное место среди кардамоновых гор. В 60-х годах прошлого столетия правитель Народом Сианук влюбился в здешнюю природу. Он начал строить дороги и виллы, провозгласил одну из гор Кириром, первым национальным парком страны. С приходом к власти режима Красных Кхмеров сторонники Пол Пота истребили практически всю интеллигенцию Камбоджи. Виллы опустели, парк оказался заброшенным. Спустя десятилетия, благодаря иностранным инвесторам, здесь уже открылись несколько баз отдыха. Посетители могут окунуться в лесную романтику деревянных домиков или насладиться комфортом вилл класса люкс. Почему мы инвестируем в эту гору? У нее много достоинств. Например, из Пномпеня сюда на автомобиле добираться всего 2 часа. Также воздух здесь очень свежий и чистый. Отдыхающим здесь не скучно. Предлагаются разные спортивные развлечения и пешие прогулки с гидом. Я оберегаю всю лесную часть горы, несу ответственность за сохранность всего. Здесь у нас много сосен, воздух свежий и прохладный. Туристам здесь очень нравится. Когда поднимаешься на высоту, то охлаждаешься и наслаждаешься природой. Здесь много зелени, и гулять здесь очень интересно. Но около сотни вилл, построенных еще при Сиануке, по-прежнему заброшены. Власти не хотят вкладывать средства в их реставрацию, поскольку опасаются, что права на них могут заявить прежние владельцы или их родственники.